Ассаламу алейкум, Дустоньи. Всем привет из Таджикистана. Я поехал в Рамит, это пригород Душанбе. И заехал в ресторан «Форель». Пойдем посмотрим. Друзья, в этом ресторане плавает живая рыба, которую можно поймать. Окажется, без чистейшей таджикской водички. Друзья, первое блюдо у меня будет уха с форелью. А на второе форель на гриле. Это, друзья, форель в фольге. Друзья, мы поужинали. Это было 10 из 10. Приезжайте в Таджикистан.